Ребятки, доброе утро. У нас вот абсолютно ничего не меняется. Саня все в той же позе. Все над тем же куром. Мишаня, дед с перепоя, у нас на брифинг ушел. Брифинг. Тренировки полным ходом. Через 15 минут придет наша очередь. Поедем тренинг. Есть у кого генератор на второй джей? У нас вольтаж упал с 14 до 8,5. Капец нужен. Сейчас, конечно, по техпарку спросим. У нас генератор, у Дайго мотор. В общем, проблемы у всех. Экстренно снимаем провод, походу, где-то в нем косяк. Кусачки, вот. Вот-вот. Установка следующая. Сейчас навару гоним к Лексусу, чтобы кинуть провода, чтобы тот аккумулятор, который у нас стоит, зарядился по максимуму. Возможно, придется ехать на аккумике. Чисто на аккумике. Потому что парни могут не успеть привезти диодный мост. Я думаю, что это все последствия лютых жарких условий сочинских. Просто вся навесуха устала там от той жары, которая была. Хорошая новость, перед нами остается всего 5 машин, и Санек успел уже все сделать, и мы в строю. Все, друзья, пока что мы в квали на 5 месте, во втором заезде у нас дриснула еще и коробка, 4-й передачи у нас сейчас больше нет, но сейчас коробку будем мутить, покупать, ставить, завтра увидимся. Сейчас Робби братан выходит. Судья D1, Японии, Америки. Лютый чувак, короче. Вот такой бородач. Все норм. Сидим на брифинге. Все, пока. Сейчас чиниться будем. Всю ночь до утра, видимо, уже. Коробку уже поменяли. Сейчас остается турбина. И все навесное. Вот она дорогая. Вот он наш свежак. Новенький. Запакованный в пакетике. Гара 35. И останется еще генератор. И натяжитель. Все, как бы. Вот она коробка, которая дриснула у нас.